Здравствуйте! Космический дизайн популярен уже не первый сезон. Это целое искусство, индивидуальное и неповторимое. Главный плюс маникюра в стиле космос – его универсальность. Из-за переплетения цветов этот нейл-арт отлично подходит под любой образ. На первый взгляд вам может показаться, что это достаточно сложный дизайн, и его сможет выполнить только профессионал. Но я сегодня постараюсь доказать вам, что космический маникюр легко сможет сделать каждая девушка. Необходимо лишь желание, вдохновение и несколько лаков из вашей коллекции. Сегодня я подробно расскажу, как в домашних условиях разместить звездные дали у себя на ногтях. Космический маникюр имеет множество вариантов. Можно изобразить Млечный Путь, парад планет, туманность Андромеды или что-то другое. Выбор остается за вами. Для создания дизайна в космическом стиле нам потребуется базовое покрытие для натуральных ногтей. Также нам потребуется темный лак. Это должен быть лак в темно-фиолетовых либо темно-синих тонах. Я, например, выбрала лак из коллекции Color Club номер 925. Я выбрала лак марки Ruby Win под названием Фестиваль. Также лак марки Ruby Win названием Fade. И лак марки Ruby Win Fresh Lining. Также мы будем использовать в своей работе кисть для дизайна с тоненьким хвостиком. Я выбрала номер 2 марки Runail. И спонжик. Вы можете взять кусочек от обычной хозяйственной губки. Перед нанесением базового лакового покрытия необходимо ногти продезинфицировать. Для этого лучше всего использовать специальный дезинфектор для ногтей. Мне нравится дезинфектор для ногтей марки Entity, так как он очень хорошо обезжиривает ногтевую пластину, при этом не пересушивая ее. Протрите очень тщательно каждый ноготочек. Далее нанесите на все ногти базовое покрытие. В зависимости от типа ваших ногтей. Соответственно, если у вас ноготочки неровные, используйте базу с функцией выравнивания ногтей. Также будет для слоящихся ногтей. Даже если у вас хорошие ногти, все равно необходимо использовать лаковую базу, так как она предохраняет ноготочки от проникновения красящих пигментов и, конечно же, улучшает сцепление натурального ногтя с искусственным покрытием. После просушивания базового покрытия следующее, что вам необходимо сделать, это покрыть ногти основным оттенком лака в 2 слоя. Цвет вы можете выбрать на свой вкус, но я вам посоветовала бы остановиться на синих, фиолетовых, черных, либо темно-серых цветах галактики. Так, наносим лак на все ногти. У меня цвет такого глубокого чернильно-синего оттенка. Перед нанесением следующего слоя лака я немножко подготовлюсь. Разрежу мою губочку. Вы также разрежьте свою хозяйственную губку на несколько небольших кусочков, так как мы будем наносить несколько разных цветов лаков. Вот такой примерный кусочек нам потребуется для нанесения одного цвета. В процессе выполнения дизайна я также решила добавить в него цвет марки Color Club номер 918. Это светло-серый цвет. Вы можете также использовать более светлые оттенки синего и голубого. Далее возьмите файлик, либо это может быть кусочек фольги, какая-то палитра. Поставьте капельку цвета на нее. И далее, используя спонжик и пинцет, обязательно используйте у спонжика острый краешек для того, чтобы набрать немного лака. Пропитайте лаком спонж
и немножечко снимите излишки на фольгу, либо на фалик, как у меня. Далее уже на подсохшем лаке поставьте хаотично небольшие пятнышки цветные на ногтях. Ставьте пятна небольшого размера для того, чтобы нам еще разместить на ноготочках и другие цвета, чтобы не перекрыть основной цвет лака, не перебить его. Далее, используя пастельно-розовый, либо, как у меня, сиреневый, светло-фиолетовый цвет лака, также поставьте капельку, пропитайте аккуратно спонжик, снимите излишки на файлик и также хаотично, не перекрывая полностью весь цвет основного лака, поставьте небольшие участки цвета на ноготочке. Можно слегка заходить на предыдущий оттенок. Таким же образом нанесите белый, либо, как у меня, светлый лак с перламутром. И не забудьте про звездную россыпь на ногтях. Для этого мы используем лак с блестками. Обратите внимание на то, что я не буду наносить блестки полностью на весь ноготочек, так как они у меня очень-очень плотные. Это будет также хаотичное нанесение. В случае, если у вас не такие плотные блестки, в принципе, можете нанести на все покрытие. Блестки я буду наносить прямо кисточкой из флакончика. Вот такие расставляю акценты. И для того, чтобы более реалистично передать все краски звездного неба, я нарисую небольшие звездочки на нашем покрытии при помощи того же светлого лака и тонкой кисти для нейл-дизайна. И для того, чтобы ваш дизайн смотрелся более объемным, более глубоким и держался как можно дольше, обязательно перекройте его верхним топовым покрытием. Например, марки Color Club, который очень хорошо передает яркость цветов лака. Как вы видите, все не так уж сложно. Освоение космического маникюра в домашних условиях – процесс очень захватывающий и творческий. Можно смело фантазировать, на ногтях пробовать различные варианты и не придерживайтесь никаких рамок. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!